мужчинам от 18 до 60 подойти к автобусу. Не до 55, до 60. Так что это... Тоже вот это ездишь и боишься. А на машинституте вот 2 недели назад машину остановили. И пассажиров, и водителя в машину на эту штрафстоянку этих в автобусе повезли. Я не знаю, ну заставят же, наверное, тоже не бесплатно. А наши таксисты вот так вот. Ах, молодцы. Да, ну, да что стесняться. У нас один там жил, рвался все на фронт. Сначала зимой пошел, ну не знаю уже, когда началась эта спецоперация. Он когда до сих пор служил пару месяцев, ну такой всю жизнь сидел. Ему там 45-45 было. Потом его уже зимой ранило, ну, влазил там с костылями, упал, то швы разошлись, не брали его, все-таки попал. Ну, короче, привезли, что там от него осталось, с-под Донецка, вот, по-моему, 1 августа. Короче, брат его поехал опознавать, не опознал нифига, сознание 2 раза терял. А такой же, что же Уркаган, блин, еще ж там при Доброславовцах ему там гранату кидали, там, и битами там мясо от костей отставало, мутузили его, блин. Так и то, он такой арматер и 2 раза сознание терял, блин. Еще из 90-х. Да. Короче, кожи на лице нету, содрали. Говорят, живьем еще врачи сказали, сдирали. На руках кожи нету, в голове 3 дырки от ножа. Плюнул, капец. Ну да понятно. Да не, у меня вот знакомый на год старше моей дочери. Это он в прошлом году, 11 сентября, вышел из дома в шортах, в шлепанцах. Пропал, 2 месяца не было. Ни розок не помогало, ничего, ничего. Через 2 месяца нашли под мостом, вот это район, это ж тепличного, повешенным на собственной футболке. А в голове сказали, так когда вскрытие делали, в голове, говорит, ничего не осталось, отбито все же, что ты там, говорит, каша просто. Ну это тоже тут. Вот. Не, ну он у него образ жизни, он кололся там. Не, ну это тоже ему или опять на зону, или воевать. Ему, он, я не знаю, ему говорю, лет 45, он раз 7 или 8 уже сидит за это время. А, ну это одна дорога, либо тюрьма, либо гроб. Да, да. Ну я помню, еще там в 80-х у них дом такой хороший был.